друзья! Программа «Стиль жизни» вместе с вами. Lifestyle Baltic и я, Марк Анатолий. В разгар очередного модного сезона мы продолжаем наши увлекательные стильные путешествия. Находимся в Эстонии, в Таллине, и это Tallinn Fashion Week продолжение. Самое интересное только с нами. Как всегда, увидим показы известных дизайнеров, пообщаемся с экспертами модной индустрии и, как всегда, подготовим свой шикарный гардероб к новому сезону. Будем петь и танцевать. Все это начинается прямо сейчас. Tallinn Fashion Week продолжение. Итак, нас ждет очередной показ, но рядом со мной, как вы знаете, только звезды. Анну Сагим, чао! Привет, привет! Привет, привет! Перед тем, как я узнаю, какое настроение, от кого этот наряд у тебя сегодня? Нора Айль, Нора Исле. Очень хорошая, красивая, умная девушка, мой дизайнер. Очень много людей в этот раз. И всегда осень очень такой популярный. Но все, конечно, выпьют шампанское здесь, как видно. Бриллианты, бриллианты. Наши желания с тобой точно сбудутся. А кого ты сегодня ждешь? Вот какие у тебя желания? Кого хочешь увидеть? Но все-таки Нора Айль, потому что это новая коллекция. И у меня сегодня будет на мой шоу тоже костюм. Ну, и Кристиан Вьер, конечно. Это шикарно. Твои пожелания, пожелания модные, модные. Ну, не грустите осенью и зимой. Если грустно будет, тогда одевайтесь золотое, красное. Сверкаем, сияем здесь, Анну. Точно. Точно. На Fashion Week 2023. Главные эксперты модной индустрии, организаторы. О, прекрасная. Мейси Вольт, чао. Чао. Итак, что нас сегодня ждет? Меня väga ootan kindlasti Diana Arno, keda ma ka täna kannan, ja ka Kirill Safonovit, kes on üks ka minu lemmikute seas. Samas ka Nora Ail on alati väga põnev. Ja Iris Shanver on siuke banger power woman. Ja Natalia Jansson, kes on ju Jansone, kes on ju Lätis pärit, nii et tuleb võimas. Kumb passil Tallinn Fashion Week in message? Sõnum on see, et me oleme väikesed, me oleme tugevad, me oleme pagana andekad ja me hoiame kokku. Светлана Гуреева рядом со мной. Привет. Привет. Кого ты сегодня особенно ждешь здесь, на Fashion Week? Ну, наверное, по моему наряду ты уже мог догадаться, что я жду показ Дианы Арно. Ирис Жанвьер и Кирилл Сафонов. На самом деле, вот этот день Tallinn Fashion Week такой сильный. Если честно, мне кажется, даже уже видно скопление народа, что многие пришли именно на этот день. О чем она, Tallinn Fashion Week? И в чем суть? В чем главный посыл и месседж? Посыл – это, наверное, выйти, посмотреть, скажем так, на людей, показать себя. Потому что это одно из немногих мероприятий, куда можно выгулять самые экстравагантные, самые, скажем так, смелые наряды. Ну и, конечно, не бояться экспериментировать именно здесь и сейчас, на Tallinn Fashion Week. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Муа! А рядом со мной известный эстонский дизайнер, о, прекрасная Диана Арно. Привет, здравствуй. Привет, дорогой. Какое ощущение, какая атмосфера здесь и сейчас? Прекрасная атмосфера, очень много народу, очень много красивых людей. Я прям наслаждаюсь, очень здорово, что люди всегда как бы относятся к этому мероприятию с таким хорошим настроением. Они готовятся, они надевают на себя прекрасные наряды, приходят с хорошим настроением. Это замечательно. Новая коллекция, о чем она, что увидят наши телезрители? Ну, как вы уже догадались, главная тематика – это офисная тематика, это макротренд, который присутствует сейчас у нас в трендах больших. И женщина, которая занимается бизнесом, но она любит красивые нюансы, красивые детали, игривое настроение она свое показывает в своем образе. Новое прочтение наших каких-то любимых вещей. Топ-3 твоих любимых неотъемлемых тренда на осень и зиму. Оставаться собой, быть верным своему стилю – это самое главный тренд, я думаю.
в гардеробе иметь что-нибудь такое теплое и классное. Темные цвета сейчас актуальны, земельные. Мини-юбку одевайте и с классными ботфортами. И не забывайте, что главное – это оставаться с собой, быть на хорошем настроении. Ну, а хорошее настроение, конечно, здесь и сейчас. На Таллин Fashion Week! Муа! Кристина Киродос, чао! Муа! Боже, какая ты красивая. Прямо настоящее лето рядом с тобой. Кто особенно запомнился, понравился из дизайнеров, кого хочется отметить? Честно говоря, Диана Арно просто прелесть. Такое качество, такая стилистика. Но не хватает слов, просто говоря. Ну, а для того, чтобы все мечты сбылись, твои модные напутствия. Сину мой сови. Черные колготки и белые туфли. Стиля такого 80-х годы. Вот это такое, мой совет. Попробуйте, это будет что-то особенное. Диана Денисова рядом со мной. Привет, здравствуй. Здравствуй. Итак, попробуем все же разобраться, какие главные топ-3 тренда ты отметила. Ну, мне очень понравилась коллекция Дианы Арно, потому что, ну, это бизнес-леди, да, вот современные брюки карго, строгий дизайн, черный цвет. И леди, бизнес-леди, это действительно классно. И что мне всегда очень нравится в коллекциях Дианы, это вот на самом деле надел и вышел с подиума в жизнь. Вот эта вот жизненность, вот это вот, ну, реалии нашего времени, это то, что отличает вообще коллекции Дианы Арно. В чем главный посыл Таллин Fashion Week? Я очень хочу, чтобы наконец-таки увидели, что в Таллине, в Эстонии, в Прибалтике есть прекрасные дизайнеры, прекрасные вещи. Отдыхаем в Эстонии, конечно, путешествуем и также примеряем наряды от эстонских дизайнеров и брендов. Самое модное только с нами. Заключительный день Таллин Fashion Week. Еще один потрясающий бренд Nora Isle. Hello, привет. Здравствуй. Tere. Teine kord kindlasti tunnen ennast enesekindlamalt kui eelmine kevad ja tunnen ise, et mul oli päris nii-öelda tugev kollektsioon ja ise uhke enda üle, nii et ma arvan, et tuleb nii-öelda tulebki nii-öelda ennast nii-öelda tõsta natukene. Ma arvan, et paljud kardavad musta. Aga seda ei tasuks absoluutselt karta, sellepärast, et sul on vaja natuke tekstuuri, natuke läiget ja must ei ole enam lihtsalt must. Nii et, ja hall täpselt samamoodi natuke tekstuuri, täpselt samamoodi nagu Nora Isle uued kampsunid nii-öelda tõin lavale. No конечно, ничего не бойтесь здесь на Таллин Fashion Week. Tämi musi! Друзья, таллинский подиум, и мы себя чувствуем как настоящие звезды. Пару минут остаются до шоу известного бренда Ирис Жанверер. Рядом со мной прекрасная Мерит Бойкинс. Чао! Чао! Мы отдаем мутюки Ирис Жанверер и Кирилл Сафоновит. В чем главный посыл Таллин Fashion Week? Ma arvan seda, et Eesti disainerid saavad näidata oma loomingut. Ja ma tahan öelda veel seda, et mulle tohutult meeldis Diana Arno. Таллин Fashion Week продолжается! И вот она, нарядная, на праздник нам пришла. На Таллин Fashion Week. Снова Наталья Киро. Да, сегодня заключительный день Таллин Fashion Week. Да. Вот кого ты особенно ждешь, кого хочешь сегодня точно увидеть? Ирис Жанверер. А какой твой самый любимый тренд этого сезона осень-зима? Один, единственный. Ну, конечно, много денег. Сексуальный мужчина. Ох, это уже не один тренд, это уже множество. А как правильно говорят в модной индустрии, сочетаем и комбинируем. Mix and match на Таллин Fashion Week.
Андрей Данила, привет, здравствуй. Привет, привет. Ну что, Таллинская неделя моды. Сегодня завершение. Все-таки настоящий гала-вечер. Кто уже запомнился, кто понравился и что хочется взять на заметку? Два слова. Диана Арно. Просто супер. Все. От одежды до самого шоу, аксессуары, стиль. Как ты видишь, гости собираются. Кого же мы вот совсем скоро увидим? Ирис Жанвьер. Я тоже очень сильно жду этот показ, потому что давно не было их на неделе моды. Поэтому хочется посмотреть, что же они покажут сегодня. В чем же главный посыл и месседж Tallinn Fashion Week? Мне кажется, в том, что нужно любить себя и не бояться выражать себя так, как ты хочешь. Хочешь надеть рваный пиджак? Надевай. Ну, правильно говорят, что главное, чтобы было во что одеться, да? Конечно. И перед кем нам с тобой раздеться. Об этом узнают наши телезрители здесь, на Tallinn Fashion Week. Tallinn Fashion Week, один из самых любимых брендов, конечно, Ирис Жанвьер, представители рядом со мной. Девушки, привет! Привет, привет! Ну что, в первую очередь, перед тем, как мы поговорим о моде, сделайте мне поцелуй, все мои желания сбудутся. Ну мне в щечечку, давайте. Все, вопросов больше, как говорится, нет. Но все-таки, какая на Tallinn Fashion Week? Но нам всегда очень хорошо, нам всегда очень нравится, нам и долго нравилось, и теперь еще больше нравится. О чем коллекции и какие основные акценты рассказывают? 80-е. Свобода. Богема. Цвет, узор, эксклюзивный принт, который создан был для нашего бренда именно для этой коллекции. Ну а для того, чтобы все наши модные желания сбылись, напутствия, пожелания, стильные модные. Одевайте то, что вам удобно, то, что вам подходит, и выбирайте качество. Абсолютно точно. Ну а я еще напомню, чем больше модных трендов и чем больше в вашем гардеробе стильной одежды, тем лучше. Будьте с нами на Tallinn Fashion Week! Tallinn Fashion Week и последние модные тенденции. Как все-таки здорово, что мы можем окунуться в эту атмосферу яркости и гламура. Это далеко не все, что мы хотели показать нашим телезрителям. Прервемся на небольшую, но как всегда, стильную паузу. После этого наше путешествие на Tallinn Fashion Week продолжится. Оставайтесь с нами и не переключайте ТВ3+. Программа «Стиль жизни» в самом разгаре, как и Таллинская неделя моды продолжения. После того, как мы с вами подобрали сногсшибательный гардероб, самое время подчеркнуть нашу индивидуальность с помощью правильных, стильно подобранных украшений, аксессуаров, конечно, от Glens Glamour. В очередной раз мы пришли в гости в представительство, которое находится в самом сердце города Таллина, в Роттерман-квартале. Ну а рядом со мной эксперт модной индустрии Анна. Привет, здравствуй. Привет, Марк. Привет всем. После того, как мы с вами посетили Таллинскую неделю моды, вместе с Glens Glamour можно отправиться по европейским городам и странам. Я думаю, что начнем наше путешествие вместе с британским брендом Anya High. Это очень интересный бренд из Англии. По-прежнему остается популярная философия mix and match, когда вы можете сочетать и комбинировать, казалось бы, на первый взгляд, несочетаемые вещи. Продолжая наше европейское модное путешествие, вместе с Glens Glamour отправляемся в Италию, но с привкусом Франции. Да, этот новый бренд появился у нас не так давно. Его название звучит как Rue de Mille, что в переводе означает как «дорога» или «улица миллионеров». Очень такое яркое название. Стилистика действительно напоминает французский такой шик, гламур. —
следующий бренд, который уже завоевал достаточно популярность, это бренд Rebecca. И это итальянский бренд. И в нынешнем сезоне они предлагают такую интересную коллекцию коктейль, когда вы можете быть достаточно смелыми и носить яркие камни, массивные украшения, скажем, сочетать серебро и золото. В этих украшениях вы точно не останетесь незамеченными. Будьте все здоровы, будьте счастливы и, конечно, будьте гламурны вместе с нами, вместе с нашим гламурным домом. И ждем всех вас в гости к нам. Ну а программа «Стиль жизни» и «Tallinn Fashion Week» продолжается, как всегда, на ТВ3+. Tallinn Fashion Week практически подходит к концу, но мы продолжаем общаться только со звездами. Лауру, чао! Чао! Скажи мне, так много трендов. Какие твои любимые? Кусюрис мулле он акант мельдима, нагу са сиин нэ, ка мулле мельдиб минималист. Сюкане, вага сюкане, ühes тонис. See on нагу вага кул, мис мулле мельдиб. Ну и, конечно, Ирис Жанвьер только что прошел показ. Как тебе понравилось? Вага майцекас. Мы ütleks, et стили пухас. Я мулле мельди са, эрити са триибулине, са манте. See andis mulle siukest natukene siukest sünget vibe'i, nii et see nägi väga lahe välja. Tooge välja oma kirikät, tundke ennast naiselikult ja laske lihtsalt sellel plaaval lennata, tundke ennast hästi. Будьте с нами на ТВ3+, Tallinn Fashion Week! Последние показы. Ну, а рядом со мной, как всегда, модные бестселлеры. Денис Коваленко, привет, здравствуй. Всем привет, привет. Кого ты сегодня хочешь увидеть и кого уже запомнил? Диана Арно, коллекция замечательная, потрясающая коллекция, как всегда, на высоте. Мы еще ждем Кирилла Сафонова очень сильно. Я надеюсь, мы вдохновимся, получим какую-то инспирацию на следующий сезон. И девушки, мужчины будут следовать этим тенденциям, будут одеваться в наряды от наших замечательных дизайнеров. Как все-таки здорово, что мы с тобой действительно украшаем Tallinn Fashion Week и этот мир. Анастасия Балок, привет, здравствуй. Привет, привет, привет. Ты что уже запомнилось и понравилось, кого хочется отметить? На самом деле это был замечательный показ мод. Мне очень запомнился показ Норы Исле и Дианы Арно. Это прекрасные модели, красивые костюмы, шикарные ткани. Также я жду, сейчас скоро будет Кирилл Сафонов. Посещайте модные мероприятия. Обязательно включите в свой гардероб бикини и наряд от AB Fashion Design и отправляйтесь в отпуск в теплые страны в осенний зимний сезон. Муа! Прекрасная Анна Мария Макко, чао! Чао-чао-чао! Ну что, ты сверкаешь и блестишь, от кого наряд? Но Норайл, Мариан Саар, я мина олин Мариани кырвал, куда алес алустас си селе брендига, нет, ма олен найнут кого тема тахеленду. А кого мы сегодня ждем? Кого ты особенно хочешь увидеть? На мину суур леммик он Кирилл Сафонов. Ma väga loodan, et ta üllatab, sest kui Kirillil on moesoon hea koha peal, siis ta võib üllatada ja midagi väga naiselikku ja pompöösset tuua. Будьте с нами, яркие краски жизни, только на Tallinn Fashion Week. Муси, муси, муси! Главная модная вишенка на торте, естественно, Кирилл Сафонов. Привет, здравствуй. Привет, я не вишенка, я есть тот самый торт. Коллекция действительно построена на очень интересных композиционных принципах, контрастных принципах. И хочется всегда
внести в какую-то нашу такую повседневную серость, яркость и индивидуальность. В данной коллекции, я думаю, что это получилось. Будьте индивидуальны, наслаждайтесь этим сезоном, который холодный, долгий, и будьте сами собой. Ну и, конечно, экспериментируйте, добавляйте яркие краски здесь, на Tallinn Fashion Week. Tallinn Fashion Week 2023. Дизайнеры показывают свои новые коллекции. А как стать настоящей профессиональной моделью и оказаться на подиуме? Достаточно прийти в гости в JK Club. Давайте поговорим с представителями, с моделями от JK Club Models. Кристина, Анжелика, привет, здравствуйте. 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 Но в первую очередь, перед тем, как мы узнаем все о этапах JK Club, какая здесь царит атмосфера на Tallinn Fashion Week? Сегодня здесь праздничная атмосфера. Меня переполняет чувство, так как мы только что сошли с подиума после показа одежды талантливого дизайнера Кирилла Сафумова. Я попала сюда благодаря JK Club Models, за что я очень благодарна. Ну, самое время раскрыть все секреты вместе с JK Club Models. С чего же все начинается и как попасть на подиум? Ты точно это знаешь? Конечно, знаю. Ведь, чтобы попасть на подиум, первое, нужно уметь ходить, то есть правильная походка, умение позировать, а также не бояться фото и видеосъемки. И всему этому можно научиться в модельной школе JK Club Models. У нас в JK Club Models есть две группы, одна младшая и старшая группа, где девочек разных возрастов обучают разным походкам, стилистикам в модельной индустрии. Как все-таки здорово, сочетаем и комбинируем модельная походка, фотопозирование, все, что нам нужно. Поэтому, если вы загадали свои стильные желания, они точно сбудутся вместе с JK Club Models. Мы точно с вами это знаем. И тому пример — Таллинская неделя моды и финальный показ. Ваши стильные напутствия и пожелания для наших телезрителей. Если у вас есть цель, ставьте цели, достигайте их, идите напролом, не слушайте никого, кто у вас отговаривает их достигать. Это золотые слова и не все наши пожелания. Я считаю, что главное быть уверенным в себе и не бояться показывать себя с другой стороны. И Таллинская неделя моды может стать как раз-таки вашим шансом показать себя. Я думаю, что это прекрасный шанс. Так что все начинается с JK Club Models. Уверенность, и мы с вами идем только вперед и осуществляем свои желания здесь, на таллинском подиуме. Чем больше модных тенденций, тем лучше. Но на сегодня это все, что мы успели показать нашим любимым телезрителям в странах Балтии. Tallinn Fashion Week. Бесконечные модные тенденции. Что же может быть лучше? Подписываемся на мой инстаграм и канал YouTube. Еще больше модных новостей вы найдете в новом номере журнала Lifestyle Baltic. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю и продолжим наши увлекательные путешествия, как всегда, на ТВ3+, в странах Балтии, в программе «Стиль жизни». Пока!